Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалт, а мы сегодня будем проходить игру Трансформеры Битва за Темную Искру. И, короче, будем играть без вебки, потому что я считаю, то, что моя вебка тут просто не нужна, поэтому давайте зайдем в компанию и начнем новую игру. Я думаю, вам понравится мое прохождение, я очень на это надеюсь. Поэтому ставьте большой палец вверх, как говорится, и радуйтесь за меня. Может быть, в следующей серии я попробую поставить вебку, но пока давайте без нее. Пишите мне, ждете ли вы новых серий Террария. Я их, конечно же, сниму. Опять говорю, мы играем на ноутбуке. Земля – примитивная планета, зараженная местными органическими формами жизни. Последнее прибежище Оптимуса Прайма и Автоботов. Вау, это что? Хватит прятаться, Оптимус. Ой, это локдаун, что ли? Собирай свой отряд, мы высаживаемся у воронки. Локдаун, сэр, что это было? Прошлое напоминает о себе. Вау, вот это графа. Оптимус, что это значит? Что за безумное нападение? Не знаю, но противник оказал серьезное сопротивление. Не беспокойся. Дрифт, а тебе надо обеспечить дополнительную огневую мощь? Охренеть, смотрите, вон вертолеты летят. Еще всякая хрень тут. Офигеть. Это не проблема. Похоже, примитивного оружия тут полно. Пора уже открыть этот ящик с оружием. Да мы и так уже опаздываем на встречу. Оба-на. Так, нажмите Q, чтобы совершить расчек меча. Ну, давайте. Сайонара. Ух, нихрена себе, ты жесткий дрифт. Так, что у нас тут? Для взаимодействия. Я для взаимодействия. Так, добавить оружие. Пожалуй. Давайте все-таки возьмем автоматик. Второе оружие. Ну, давайте вот это вот взять. Я просто не уже немножко погамал. Меня это не радует, Оптимус. Я отрекся от... Я знаю, что ты предпочитаешь мечи, но положение тяжелое, необходимо современное оружие. Извините, не могу спать, читателька. Я пытался обо всем забыть, но прошлое следует за мной по пятам. Нажмите А, пробел, чтобы совершить рывок в воздухе. О, супер. Дрифт, доложи обстановку. Я нашел оружие. Пожалуй, мы уже в радиусе действия сенсоров, отвечает твой маршрут. Да, вижу. Оптимус, врагов много. Так вон. Но тут противник тяжело вооружен. Это не сулит ничего хорошего. Согласен, сражаться против тирании не долг любого автобота. Русло реки ведет к транспортным тоннелям. Встретимся на другой стороне. Ой, извините за плохие слова, которые я вам сказал. Ну, потому что я не успеваю слегка читать, поэтому я чушь говорю. О, офигенная машина. Это я понимаю машину. Так, открыть огонь из оружия. Давайте попробуем. О, что-то залагал. О, хорошо. Повторяем, то есть не повторяю, а говорю, мы играем на средних настройках графики. Потому что на максимум я не пробовал, мне что-то сыкотно на максимум попробовать сыграть под запись. Низкие настройки — это просто уже что-то с чем-то. А, чтоб подпрыгнуть или пробегать. Ну, это тут эта игра, она на Xbox. Идет еще. Так, вот тут нам надо пробежать.
Оба-на! Пацаны, здорово! Игауэй? Я просто, простите, я не знаю, как это переводится. О, шикарно, нам дали ящик. Шикардос просто. Так, вот снова летает. О, стоп. Вот так нафиг. Данёк свиреп. Ой, то есть, простите, тут темп-аут. Ладно, пофиг, раскрыл я вам свое настоящее имя. Ну, не важно, наши враги не десептиконы, но кто же они? Кажется, это кибертронические наемники, а раз они здесь, за нападением наверняка стоит локдаун. Наемники, бесчестное ремесло, какая выгода в том, чтобы нападать на людей? Да. Так, ладно, я прекращаю читать, мне надо сражаться. Не знаю, но скорее выясним. Так. Опа! Видали, какой курок умеет делать, а вы так не умеете, вы лохи. Сдохни. Так, что на меня? Оп! На, давай, выходи, падла. Какой тут нахрен сталкер? О, настоящий боевик. Ну чё на меня? Так, все, тебе конец, давай. Улетай. Улепётывай отсюда. Стоп, ты ещё не сдох? На! Ты чё? Братиш. Блин, улетает всё. Нет, из окна муж. Меня это напрягает. Столько бессмысленных разрушений, прям я не вижу людей, где они. Люди не хотели этой войны, но они к ней подготовились. Спасибо их экстренным протоколам, гражданские быстро эвакуировались. Оптимус, эти протоколы появились. Быть может, наши сегодняшние действия заставят их передумать. Или... Ой, блин, не успевай, простите. Дрифт, снаружи стоит большой отряд наемников. Спасибо за предупреждение. Похоже, они устроили себе здесь огромный пункт. Опорный пункт тогда. Надо их, он имеет в виду, перебомбить. Так, нам сейчас должны дать патрончики все. Все, дали. Ой, блин. Все улетает у меня. Улетает из окна, окно, в следующий раз побольше. О, здорово! А чё ты стал, как пень старый? Куда убежал? Я ещё с тобой не закончил. Опа! Ух, нихрена себе, троих сразу забрал, а? Блин, не лагай. Вообще класс просто. На. Где ещё? Еще мне? Ага, вот ты. Я тебя вижу. Блин, охренел что ли, прям ко мне подошел. А ты там? Фигли. Все, закончили мы с тобой. Так, надо бы окно в следующий раз побольше делать. Это убить у меня. Мышцы этого экранчика вылетают. Так, на. Шикарно. Так, вы фигли. Полетели. Ой. О, вот так вот. Простите, то, что вылетело. Ой. Ой. Блин. Такую серьезную штуку. Так, на. Так, мне нужен энергон. Мне нужен энергон. О. Как раз то, что нужно. Шикарно. На.
Давай борись за меня, ты теперь за меня, падла. О, ах вы гады. Ну, все, вам всем конец. А фиг ли ты четверых не забрал, Дрифт? Блин, на те. Долбало, мышь вылетать. Тяжело, блин. Оп. Террория. Оп-оп. Террория. Так. Сайонара. Кто-то там сзади был? Ага. Я тебя вижу. Фиг ли ты мне там скачешь? О, все, выходим, 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 на выход, на выход, на выход. Войска локдауна направляют к кратеру, мы их видим, мы почти дошли до вас. Ой, ёбкого мне. Ни хрена себе, я всех что ли уложил? Эй, кто там? Ты? Ты ну. О, пацаны. Выясните, что оставил кратер. Автоботы, открыть огонь. Ууу, сейчас начнет с мяса. Полетел. Вперед, пацаны, пацаны. На. Сдох. Оба-на. Оп. О, охрененно, и фургончик взорвали. Весело у нас тут. Ладно. А, вон, локдаун, смотрите, локдаун, это локдаун. Он на нас посмотрел, улетел. Если у вас не трудно, прошу, некоторые тексты читайте сами, а то я не успеваю просто. На. На. Ой, ёлку, мой Бамблби, ты чё творишь? Грустный трель. Нет, что могло вызвать такие разрушения? В этом нет чести. Отлично, мы дошли. Вон там, в центре, по виду кибертронского охранина Соус Парк не может быть. Что это, матрица лидерства? Да, Дрифт, и теперь я вижу, сколь чудовищна природа этого зловещего артефакта. Автоботы, локдаун явился не за нами, он хочет завладеть темной искрой, нельзя допустить, чтобы она попала к нему в руки. Что такое темная искра? Оружие? Гораздо хуже. Что? Поперли. Доживите до того, как Россия. Что-то артефакты. А, энергополе артефакта. Во, ова она. Здорово, пацаны. И нет, пацанов. Все. Завали меня, пчела. О. Блин, опять вылетел муж. Так. О, вот так. Вот так. На. О, красота. Давайте эти коробочки откроем. Интересно, что нам просто выпало. Открыть коробку. Zeta Prime. Апперкот. Dead End. Все что ли? Ну ладно. Так, ну-ка. Ну а нахрен, увидели, у него ж черепушка поехала. Так, а ты хреново упендриваешься. Ой, все. Автоботы! Всех разнести нахрен! Нахрен разнести этих тварей! Блин.
Вот тварь. Да хрен ли ты этого жирного прибил, надо вот этих двоих хреначить. Я ж долго не протащу сейчас уже. Мне энергон нужен. Ёбаный, болтай. На. Да хрен ли ты спрятался? Куда пошел? Оп. Все, нет, все. Так, а все, все, можно вот к этой штуке подойти и все. Автоботы все такие же неэффективные. Отдай темную искру, локдаун. И какую же цену ты за нее заплатишь, Оптимус? О таких вещах не торгуются, она невероятно опасна. Ты заигрываешь силами, которых не понимаешь. Не совершай ошибки, локдаун, отдай ее. Как благородно, недаром ты прайм. Увы, я вижу выгоды в том, чтобы даром отдавать тебе свою добычу. Я отказываюсь. Вот ты ёбнутый. Оптимус, неужели ты не видишь? Я уже победил. Ты просто еще не знаешь. Трус, вернись! Я думал, этот день никогда не настанет. Что происходит, Оптимус? Мы своими глазами увидели, как мрачная легенда стала явью. Загрузочка. Матрица лидерства, созданная самим Праймусом, дает обладателю мудрость Праймов. Hasbro Gaming. Ну, у каждой силы во Вселенной есть равные противоположности, у каждой материи антиматерия. Activision. В легендах рассказывается о темной искре, антиподе матрицы лидерства. Тогда как матрица дарует мудрость, темная искра дает своему повелителю власть подчинить своей воле саму ткань вселенной и всех ее обитателей. Гемби Эдже. Настал наш темный час, Кибертрон почти что пал, а автоботы на грани поражения. Настал наш звездный час, Кибертрон почти наконец-то десептиконы в шаге от победы. Трансформеры. Битва за темную искру. За этой рассеянной ворота кристаллического города. Скажи мне, взрывало, ты веришь, что эта темная искра вообще существует? Я не уверен, скандалист, что гипотеза мой вердикт. Ладно, я больше не буду читать. Ну что ж, дорогие друзья, что хочу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии мы продолжим проходить вторую главу. Поэтому желаю удачи, всем пока.